Среднее Поволжье – идеальное место для разведения пчел. Для обмена опытом 2 года назад местные пчеловоды решили собираться на одной площадке ежегодно. Так в Ульяновской области начал свою работу форум пчеловодов Средней Волги. Проводится он в Кузоватовском районе, который считается столицей пчеловодства Ульяновской области. В феврале в рабочий поселок съезжаются несколько сотен фермеров, представителей кооперативов и личных подсобных хозяйств. Побывав на других форумах, мы пришли к выводу с группой наших единомышленников, пчеловодов, что в Приволжском федеральном округе сконцентрирована самая большая численность пчелиных семей, а мы не можем организоваться и встретиться для обсуждения своих проблем. Среди участников не только ульяновцы, но и пчеловоды из Мордовии, Башкирии, Пензенской, Самарской и Смоленской областей. Вопросов для обсуждения множество. Это реализация готовой продукции, и финансирование отрасли, и влияние пестицидов на окружающую среду. В частности, в прошлом году фермерам даже удалось поучаствовать в доработке ветеринарных правил, составленных Минсельхозом России. В этом году пчеловоды также надеются на конструктивный диалог. Мы можем вещать о тех проблемах, которые существуют в отрасли, именно с позиции, как сказать, нашей легитимности, то есть нашего объема. То есть предлагаем различные пути решения вопросов. А чтобы не заскучать в перерывах между мастер-классами и дискуссиями, организаторы подготовили выставку продажу меда и продуктов пчеловодства. Гости могли продегустировать продукцию коллег и ознакомиться с ульями и пчелоинвентарем. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.